Привет, это Ярик Касти. Я немножко поскретчил, чтобы показать, что на этих проигрывателях можно достаточно хорошо скретчить, не хуже, чем на виниловых проигрывателях. Есть огромное количество плюсов, допустим, не скачут иглы, как ни крути. Вот, и, ну, это очень прикольно, потому что больше всего бесит, когда скретчишь на виниловом проигрывателе, когда слетает игла. Вот, теперь мы поговорим о новых, о тех возможностях, которые пришли вместе с этим проигрывателем CDJ 2000. Вот. Сейчас я быстро еще расскажу о тех кнопочках, которые не успел рассказать в предыдущих сюжетах. Это первая кнопка, это вот это Tempo Reset. Tempo Reset. Что она делает? Она блокирует изменение питча. Ну, то есть, как здесь ни крути, если эта кнопка нажата, то у тебя питч, то есть, у тебя трек играет со своей родной скоростью. Вот. Ну, так что часто на этом сбиваются, да, когда не знают про существование этой кнопки, что там подбирают, пич меняют, а оно не меняется. И, ну, у людей это вызывает, они теряются из-за этого. Поэтому помните про эту кнопку, она может быть случайно включена, или диджей, играющий перед вами, может ее специально вам включить. Ну, не знаю, такие случаи тоже бывают. Вот, теперь сейчас я смещу фокус на вот экран, и с него начнем рассказывать про все эти фишки, которые есть у этого проигрывателя. Итак, поехали. Этот проигрыватель, он может играть с флешек, он может играть с SD-карт, он может играть с DVD-дисков, он поддерживает MP3, AAC, WAV и AIFF форматы. Вот. Выбирается источник с помощью вот этих четырех кнопок. USB, SD, диск. Вот. Также есть кнопка Link вверху. Эта кнопка, с помощью этой кнопки вы можете играть на этом проигрывателе то, что находится на флешке на другом проигрывателе. А они соединены обычным LAN-проводом, ну, как тем же проводом, к которому у вас подсоединяется интернет. Вот. То есть вам не нужно две флешки одинаковых, чтобы играть с двух проигрывателей. Вам достаточно одну воткнуть в один проигрыватель, соединить проигрыватели этим проводом, и вы можете с одной флешки играть на двух проигрывателях. Это довольно прикольно, вы экономите на одной флешке как минимум. Вот. Теперь, что еще есть? Очень удобная навигация, вот эту придумали крутилку. Вот, большой экран, тоже здесь большой экран, и вот эта верхняя его вся часть отдана на то, чтобы показывать, какие треки есть в папке или на диске. Вот, плаваете вы по диску, крутя колесико это, вот, а если надо выбрать, просто нажимаете, вдавливаете и все, и у вас уже трек, как бы вы выбрали этот трек. Вот, в принципе, можно и стандартными использовать стандартные переключения кнопки, ну, то кнопки обычного переключения, вот. Вот эти, ну, то есть с этим колесиком интереснее сейчас стало. Вот, что находится внизу? Внизу, вот вы видите, начинает появляться такие штучки, такая синяя, это диаграмма трека. Чем она полезна? Она показывает, где громко, где тихо, где яма может быть. Вот, то есть, в принципе, это очень-очень-очень нужная вещь. А вот, то есть вы сразу видите, что вот у вас трек начинается с каких-то тихих звуков, вот. Вот, он не начинается сразу с какого-то мяса, вот. А потом можете предположить, что, допустим, где-то здесь у вас будет яма. Вот он как раз, вот этот. Здесь очень большими такими циферками показано, сколько у тебя времени трек играет или сколько осталось до конца. Также показаны показатели питч-контроля. Вот они у меня увеличиваются, уменьшаются. Вот, здесь показано, что включена функция мастер темпа, это то, что я говорил, то, что меняет, ну, вернее, то, что стабилизирует тональность трека и не дает ей меняться, независимо от того, с какой скоростью этот трек играет. Вот, потом здесь у нас показывается BPM трека, вот в этом таком обведенном квадратике. В BPM добавили ту фишку, которую очень хотелось в тысячном, то есть BPM показывает не просто, допустим, 128, да, или там 125 ударов, а он показывает с точностью до... Он показывает с точностью до... Показывает с точностью до десятых. Вот, что очень удобно. Вот, вот вы сейчас видите, я загрузил трек. Вот, показывает 133 и 0. Вот, в принципе, теперь можно даже не сводить, как говорится, не ушами подбирать скорость, а глазами. Потому что, когда у тебя уже есть значение на BPM после запятой, то на одном треке выставил
133.0, на втором треке выставил 133.0 и сводишь. Единственное, но опять-таки на ломаных ритмах любой даже супер классный BPM счетчик он может дать сбой, поэтому всегда лучше уметь сводить и ушами тоже. Если в тысячном проигрывателе, чтобы быстро перемотать, нужно было нажать кнопку перемотки и вращать в ту или в другую сторону, по часовой или против часовой, вот, то сейчас к этому еще добавилась такая фишка, как Needle Search. Вот если у нас в режиме винила трек поставлен на паузу, то мы просто, вводя пальчиком по вот этой вот шкале, которая под экраном, мы можем выбрать нужное нам место без всяких проблем. Когда трек играет, эта Needle Search, она как бы залочена. Нельзя вот во время игры с помощью нее перебрасываться, ну, по треку. Но вот когда он стоит на паузе в режиме винила, то все без проблем. То есть мы еще быстрее можем промотать трек. То есть теперь мы выигрываем какие-то секунды, когда нам нужно просто послушать трек, допустим, в середину, ну, основную его часть. В режиме паузы в режиме CD, вот это тоже работает. То есть ставите трек на паузу и выбирайте нужное место. Вот. Опять-таки, если трек стоит на точке, вот, то needle lock, эта функция, она заблокирована. Вот если трек стоит на точке, поэтому или на паузу, или... Вот, в режиме винила еще можно прокручивать джок, ну то есть во время play, ну то есть когда он играет, чтобы не ставить на паузу, можно просто подкручивать чуть-чуть джок или остановить джок рукой, вот. То есть когда нажимаешь сверху в режиме винила, воспроизведение останавливается, так как бы если бы вы остановили пластинку рукой, то и точно так же с помощью этой функции выбрать нужное место трека. Вот, еще какая функция, как эту Needle Search используется. Здесь есть такая штука, как автопетля. Вот, если нажать вот эту кнопку, вот, то у нас становится автоматическая петля на 4 удара. Если я теперь нажму кнопку Out, то я с помощью вот этой шкалы Needle Search могу менять. Тут у меня внизу, если видно, надо, вот я наведу сейчас чуть-чуть больше. На это вот внизу видно такие вот циферки. Если я теперь нажму, ну допустим, 1/2, то у меня петля уменьшится тут, то есть будет 1/2 удара, 1/3, 1/4, 1/8. Ну это полный такт, полтакта, ну короче, там, как можно это правильно назвать, я называю просто ударами. 1 удар, 3/4, 1/2, 1/3, 1/4. Ну вот как надо, так. Можете в сторону увеличения выбирать. Вот, чтобы закрепить выбранный диапазон петли, допустим, 8 ударов, опять нажимаете Out, и все, у вас теперь петля на 8 ударов. И еще, чтобы выйти из петли, нужно нажать Exit. А вот, теперь еще функция вот этой кнопки бит-луп. Если мы ее нажимаем, вот, мы ее нажали один раз, опять автопетля на 4 удара. Если нажать еще раз, длина петли уменьшится в 2 раза. И так далее. Если еще раз, то еще в 2 раза, еще раз, еще в 2 раза. И таким образом можно достигать вот этого ролл-эффекта, что пу-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 
так называемый эффект трактора. Вот. Чтобы опять-таки выйти, нажимаем exit. Вот такая вот очень интересная штука-дрюка. Теперь вот есть еще интересная такая вещь. Это unlock lock. Что она делает? Вот этот переключатель. Unlock и lock. Если в режиме unlock, ну то ничего особенного не происходит. Если в режиме lock, то вы пока один трек играет, следующий не запустите. Он вас спросит, или нажмите на паузу, вот он пишет, пожалуйста, установите паузу или переключите lock в режим unlock. Вот. Ну, такая, да, штука прикольная, знаете, иногда в попыхах или там защита от пьяных диджеев, чтобы они случайно не заменили играющий трек на трек, который, ну, на другой трек. Такое разное бывает, такая определенная защита, она есть наподобие в тракторе, вот, она называется, там флажок ставится, загружать только восстановившуюся дек. Вот, наподобие такого здесь реализовано, очень-очень полезная вещь. Также есть вот кнопочки, которые запоминают метки, которые вы выставили, вот это memory, и кнопочки Q, Loop и Call, они так подписаны, вправо-влево. Вот, с помощью них вы можете передвигаться по уже поставленным меткам. Меткам или петлям, вот. С помощью memory можете запоминать метки, вот. С помощью delete вы можете их стирать. Но все же то же самое вы можете делать в программе RecordBox, о которой речь пойдет дальше. Речь пойдет дальше в отдельном сюжете. Ну, как бы вот это и все. Такое интересненькое, прикольненькое.